Сразу два крупных ДТП произошло этим утром в Москве. На Волоколамском шоссе столкнулись, по данным спасателей, 5 машин. Одна из них загорелась. Как сообщили в столичном ГИБДД, в больнице доставлены 4 человека. В сети появилось видео с места происшествия. Судя по этим кадрам, одна машина сгорела, еще одна, а также пассажирский автобус, получили существенные повреждения. Движение на Волоколамском шоссе было перекрыто. На магистрали в утренний час пик образовалась многокилометровая пробка. А в Саратове 10 человек были госпитализированы после столкновения маршрутки и грузовика. По предварительным данным, водитель рейсового микроавтобуса уснул за рулем и врезался в стоящий КАМАЗ. Все пострадавшие пассажиры маршрутки, они находятся в состоянии средней степени тяжести.